Другим темам. К зиме готовы. Об этом отчитались все службы ЖКХ, рассказал в своем традиционном утреннем обращении к белгородцам губернатор Вячеслав Гладков. Напомним, в прошлом году регион кардинально обновил коммунальный автопарк. Приобрели около 1500 единиц техники. Ее распределили по муниципалитетам. Надеюсь, что вы, уважаемые жители Белгородской области, почувствуете качество. Ну, если какие-то будут проблемы, как всегда, буду ждать ваших сообщений, чтобы постараться максимально быстро на них реагировать.